Москве начался месячник советско-вьетнамской дружбы и солидарности. Собрание представителей общественности столицы открыл секретарь Московского городского комитета партии Калашников. О дружеских чувствах советских людей говорили заместитель председателя Советского комитета поддержки Вьетнама Смирнов, ткачиха Меркулова. О борьбе вьетнамского народа против американских агрессоров рассказали Ву Ань, глава делегации общества Вьетнамо-советской дружбы, и Дан Куанг Минь, глава постоянного представительства Национального фронта освобождения Южного Вьетнама в СССР. Участники собрания в единодушно принятой резолюции потребовали прекращения всех агрессивных действий Соединенных Штатов Америки против вьетнамского народа.